Работники жилищно-коммунального хозяйства Знаурского района благоустраивают дорогу в село Вахтана протяженностью больше 4 километров. Работы на объекте начались еще в прошлом году, но по определенным обстоятельствам завершить удалось только половину. Родят на морозы меня, аж такой бунерозы. Они ноши фендак тафунчик, а они несты, и ведел, и в дугу вурел. Мы умедяскены, мы на сашкеттом. На коиста да румагескане мона мигезан сайул да рима фам мана мана фаут канинч ближайши даспу масасах канжестраус урбиш мона зоя 100 километр мардак мана планови кустата ашёзи сахканжестан фаужестан сахшо фаши хурсанч. Глава администрации Знаурского района Алан Губозов отметил, что из всех внесенных в план мероприятий текущего года дорога в село Вахтанское – самая сложная. Технике приходится работать на узком участке, а еще здесь много подъемов. Но, несмотря на все сложности, дорожники стараются выполнить все работы вовремя, благо погода позволяет. فلا وتر خشوف هالشيء صار جستا منا وقسمة سشرهم بيرد منا بوشانج بابير كنا كنچ نمين استدارن فينم باي دانچ زغم باي دانچ ما ایمیاگه کوسم سیما منا تن ما خود تک در بوشان مثلا ما خود تک در بابير کنن نکو استارت ایسا نواجن چه که خواهی کشتن در مفنده بزن جن خسته زغون خام باي دعوت صبح خشابون در روشن باي دانچ نزیفگی ما این میگه کالکتیو چه مجبور خیلی کوسنوج دست شهر ابو بیرد مخرج فرسته شگلن یافتن مختار سفرش ما بالا بسته. Сельчане отмечают, что дорога в их село находилась в удручающем состоянии в течение нескольких лет, а сильные дожди еще больше размыли дорожное полотно. Автотранспорт не раз приходилось вытаскивать из образовавшихся на дороге ям, говорят жители. Дони властун дала убиотай, сахактан, олше ел нам дон дари. Ел може фандог, ма мана фандог да сорстуй. Ма зене я нефта систу ме, Калининград ма да горбестун, олка ма ил да са фандеди, орда мохтона маршавен. Вала ма фандог, дала ма фандог, позолста, олше патта жабах. Тенг рой гундестам, ер ма да офта, машина ю дала умна хотто. Ма то трактор ока, ма то буксира е слос, стевалија зарун додам джи ма ренче венч, ма скори понош на фарозе. Я шарам бом билат губо столонан. Хаю кол лавди, хеде ма уже сртефтом, каво рафиде толше. Как только здесь будут завершены строительные работы, дорожники перейдут в село Цорбис. Также питьевой водой будет обеспечена часть жителей села Бехмар. Алена Утаева, Заур Устаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.